Отлично, 20:40, я договорились. Ну, в общем-то... играть полчаса. А ты не спросил, во-первых, во сколько ты хорошо, и смотри, сколько играть? Мы готовы. Я же держусь помешать в разыке. Вот, и надо сказать, что, ну, как мне кажется, просто все в прекрасной форме и в очень даже настроении. Вот, так что будет весело. Уже весело. Обнимаю, Яш. Счастливо. Не начинал, что ли? Вот, добро. Вот, значит... Значит, выходим мы от звуки ему. Значит, я так понимаю, что надо нам начать с Павловым, с этого самого, при звуке ему, значит, источник заразы как-нибудь. Мы прибыли в город-герой Ярославль. Работа не умолкает ни на секунду. На площадке нет электричества, зато есть на пристани платки и шапки. Нас встречают группы поддержек, автобусы. А вот он, опен-эйр. Уже дождик прошел. Троицкий на сцене. Все уже прямо. Разнообразной живой музыки и разных стилей. Этим живая музыка отличается от попсы. И одно и то же по фанеру. Ну и сейчас мы... Долго думали, чем же закончить. Мы в марте у вас играли. Молодцы. И играли много новых песен. Вася! А сейчас мы сыграем, наверное, настоящий голубь. Несколько Леша. Старых, да? Да. Хорошо. Вася! Там Наташка пришла в автобус, тебя поздравляю. Олег, она по музыке. Да, да. Михалыч, вечеринка. Ты сегодня на вечеринке побывал. Это тебе не фунт изюма. Хочешь, сейчас с мэром Ярославля тебя познакомлю? Только скажи. С мэром Ярославля. Не нравится ему, да. Thank you.
давайте. Зайчик. А ну как-то вы всех поснимали? Давайте. Так, еще дальше, дальше, дальше. Скажи пару слов об окончании. Но лучшая песня концерта... Как этот город там назывался, вот немецкий вот этот какой-то? Кармаштадт? Ну, да, да вот ладно, это, не может быть. Да, да. Что-то ты так раздухарился, прямо да? Как Supremes. Я уговорила Цалеру с нами ехать обратно. Сережка, скажи пару слов для истории. Пару слов о сегодняшнем. Да. Ты понимаешь, уникальное событие, потому что Артем Троицкий все-таки свои две пятерки сделал очень правильную вещь. Он собрал всех людей, которым он верит. Какой-то парень. А потом ты пускал показывать, да? Нет. Этот